чтобы не нарушать свою дипломатическую связь с мистером Фоксом и его депо, я останусь при той работе, а мистер Гонзалес трудоустроится к вам. Однако развитие дипломатических и долгосрочных отношений с ним. Ну, смотрите сами. Да, вот. Давайте так и сделаем. Плюс ко всему, есть одно нерешенное дело у меня, на которое я пока никак не могу решиться, потому что нет нужных людей.